Интересно жить в эпоху передряг и перемен. Особенно интересным это становится, когда на полном ходу кучер-банкир погоняло требует, не сбавляя ход, ну, постоянно выплачивая самый дорогой в мире кредит, а то и 2, а то и 8, без подпитки, то есть без кредитного рефинансирования, выполнять поставленные жизненные задачи. Ну и на этом ипподроме, и в этой дремучей непроходимой стране можно, срезая дистанцию, применяя современнейшие технологии, работать. В России всегда в почете были именно промышленники. Россия промыслом жила и производством, а не печатанием бумаги, не обеспеченной ничем. Задача осваивать новое, искать и внедрять более совершенное, чем есть на сегодняшний день, безусловно, непростая, но исполнимая, было бы желание. Тут главное понять, что в городе уникальном по сути, уже год как существует на рынке информационных услуг, опять же уникальные предложения, как то круглосуточный и коммерческий, естественно, познавательный телевизионный канал, работающий исключительно в интересах города, жителей и предпринимателей. То есть ваше желание продвинуть что-то новое вполне осуществимо. Фирма «Новые строительные технологии», занимающаяся изготовлением пенобетона и успешно освоившая изготовление промышленных полов методом цельнозаливного, армированного и поверхностно укрепленного бетонирования, уже и на практике доказала живучесть и востребованность своей технологии. В последних числах мая года 2009 заказчик, а это автомоечный комплекс «Три пятерки», первый и единственный комплекс, позволяющий вам вымыть любой грузовой транспорт и фуры в том числе, с сомнением относился к тому, что делали специалисты новых строительных технологий. Но сентябрь этого же года и оба поста в работе. Сейчас можно здесь помыться? Да, конечно, можно помыться. Сколько времени вы уже работаете? Месяца два уже точно работаю. Технологии, которые мы здесь опробовали вместе с новыми строительными технологиями, вот эти наливные полы, которые еще и упрочнены. А грузовики приезжают не просто с идеальными колесами, там и камни же, наверное, бывают. Как себя повел пол вот такой? Ну, держит хорошо, и как бы всем нравится, нормально. А крошится ли, скалывается и вообще? Нет, все ровно, нормально. Течение времени неумолимо. Время, конечно, может замедляться, замедляя и течение прогресса. И это естественно. Взять, к примеру, телевидение и сотовые телефоны. 20-летний первый бартерный телевизор еще прекрасно работает. А 10-летний сотик вызывает недоумение. Тротуарный камень из шлака. Это было модно 10 лет назад. Но вы просто посмотрите, что с ним случилось на улице Ленинградской или возле цирка. Мерный стук молотков гастарбайтеров, и это тоже прошлое. Но вот эта технология, визуально доставляющая удовольствие своим классическим видом, но эта технология, включающая уборку гумуса, отсыпку скальником, гидроизоляцию, стальное армирование, заливку высокопрочного бетона, поверхностное укрепление, пигментное окрашивание и нанесение стилизованного рисунка, а затем и защиту от атмосферного воздействия, служит уже в России без нареканий 10 лет, а на продвинутом Западе 20. Прежде чем представить новую технологию, вот, на которой мы сегодня стоим, давайте в воображении вспомним то, с чем мы раньше сталкивались. Да? Тротуарная плитка, которая уже лет 25. И только в России она начала применяться 10 лет назад, ну, может быть, 12. Вот. Кафель внутри помещений, который почему-то лопается. Это технология заливных полов. Что, какие преимущества у нее есть? Во-первых, сразу хотим обратить внимание, что с кафельной плиткой, с тротуарной плиткой, то есть сравнять даже не стоит, потому что здесь применены технологии следующего характера. То есть мы гидроизоляцию делаем. Значит, не будет расти трава, не будет пробиваться никакие сорняки. Это первое. Второе. Армируем бетонное основание. Значит, потом наносим сверху упрочняющий слой. Насколько быстро можно сделать? Вот здесь мы видим, по-моему, квадратов 250, если не больше. Сколько по времени занимает вот эта полная подготовка и до сдачи объекта заказчику? Ну, в день ориентировочно мы заливаем 50-70 квадратных метров. То есть это себя включает всю подготовку и полную. Применимо ли использование вот таких рисунков, может быть, ли рисунки другие существуют, для того, чтобы мы могли и внутри помещений, внутри дискотек, внутри танцевальных залов, внутри сервисов устроить вот такой замечательный пол? Значит, существует 9 видов рисунков. Цветовая гамма, опять же, разнообразная, зависит от вкусов клиентов. То есть мы готовы по желанию клиента применить любую цветовую гамму. Мы только идем на встречу клиенту. Теперь давайте про долговечность скажем. Мы работаем сейчас с бетоном. Бетон
наверное, самый конструкционно пригодный материал, потому что из него можно лепить все что угодно. Можно ли сделать покрытие с уклоном, можно ли сделать, ну, определенные водостоки, как избежать температурного разрушения, потому что вода все равно вот в щели попадает. Значит, по поводу температурных решений, значит, мы здесь швы термоусадочные заполняем герметиком полиуретановым, чтобы не попадала влага, не было разрушений. Здесь применяется бетон дорожный, только на высшей марке цемента, поэтому за свои изделия, за свою работу мы даем гарантию 15 лет, 15-20, ну как долго прослужит. Стремление русского человека, прописанное в гимне интернационала, весь мир сначала мы разрушим, до основания, а затем... Стремление, кстати, не только русское. Казалось бы, при виде этой, призванной служить десятилетие и как бы не столетие технологии, должно быть сведено на нет. Но этот пол, являясь, по сути, цельнозаливной опорой большой площади, может служить и фундаментом, ну, не многоэтажки, естественно, облегченного дома из того же пенобетона. И это легко. Сделать на нем бокс с подъемником, и это тоже труда не составляет. Если где-то перекрывается теплотрасса, либо коммуникационная магистраль, то специалисты фирмы новой строительной технологии изготовят крышки из того же материала и с тем же рисунком. И если ваш слесарь крановой бригады предпочитает не плавно спускать главный привод, а швырять его с высоты и глумиться над последствиями, то слесаря этого в шею. А последствия ликвидируются легко. Достаточно вызвать специалиста из фирмы новой строительной технологии. Это мы, конечно, перечислили самые вандальные методы издевательства над этой красотой. Если же вы собираетесь жить и вести бизнес по принципу разумной эксплуатации и достаточности, то, сделав раз, забудете навсегда. И теперь экономические показатели. Насколько выгоднее и грамотнее использовать именно вашу технологию, потому что, ну, наша передача будет идти уже и тогда, когда закончатся основные работы, и мы перейдем просто под закрытые помещения, то есть на улице уже нельзя будет делать. Или можно сделать подготовку и зимой? К тому, чтобы весной очень быстро довести ваш дом до ума и сделать вот такой чистый, ухоженный участок, а не бардак, который остается после того, как, ну, строители поработают. Ну, подготовку мы можем провести в осенне-зимний период, но работу с бетоном мы будем вести только при температуре окружающей среды плюс 10 градусов минимум. То есть все уклоны мы соблюдаем, потому что бетон не впитывает влагу, и вода должна куда-то убегать, поэтому мы соблюдаем уклоны. И сколько будет, допустим, вот, стоить вот это покрытие в исполнении той же тротуарной гантелью и ваше покрытие? Разница сильно большая или нет? Я думаю, что цена будет одинаковая, только качество исполнения. То есть при всем при том, что очень много производителей тротуарной плитки есть, доброкачественные есть, те, кто экономит и думает о том, чтобы сегодня нажиться. То есть мы, я думаю, что в одной ценовой политике. Вот 1200 рублей за квадратный метр – это с подготовкой, с материалом, с работой. Как часто мы, экономя на мелочах, затем тратим гораздо больше. Да везде и постоянно. И теперь понятен смысл благополучного существования Америки и Запада. Там профессионалы доверяют профессионалам. Профессионализм там не стоит тех денег, как понтоватый псевдопрофессионализм россиян. Поэтому там евроремонт, автомобили, самолеты, дороги служат дольше. Мы постепенно меняемся, и время как сито отфильтровывает людей пришлых и ненадежных. И мы станем на путь разумного экономического развития без откатов и серых схем. И конкретная и надежная технология изготовления строительного произведения искусства, она грамотна, она отточена и внедрена на сотнях и тысячах объектов. И это не космос по цене, это работа профессионалов, быстрая и безупречная.